Помнишь, там гуляли тоже? Тоже мы. Вот там вот. Это архив, кстати, финны построили. Но это уже 1930 год еще, когда в составе Финляндии было. А в 1939 уже отбили эти территории. Но потом в 41-м финны снова у советских войск отбили территории эти. А в 44-м уже окончательно до нашего времени в составе сначала Советского Союза, а потом Российской Федерации. А потом через год снова. Да-да-да, потом Финляндия будет. Так что нужно тут почаще приезжать сюда. Сколько еще, например, зарабатывают? Много? Там налоги, там туда-сюда. Не знаю, может и хватает. Там социальные пособия у них неплохие. Можно вообще сидеть и валяться просто, ну, путешествовать там. Тебе хватит на еду, на путешествия. Просто тупо не работая. Я бы хотел бы так. Да.